пацаны! Пропустили парочку новеньких серий! Ага, если ты не понял, прямо сейчас мы смотрим сериал от Дом Студио. Что происходит? Ого, сюда пришли клапаны! И расширить время! Ага, для того, чтобы спасти скибидистов! Не-не-не, парни! Вы немножечко ошиблись! Это был новенький чувак! Точняк, ведь мы его видели в конце прошлой серии! Походу, сейчас начинается новая битва! Что? А я не понял! Тот чувачок умеет останавливать время! Ага, походу, этот секретный агент был капец какой могущественный! Ага, и это получается, что теперь у нас новые силы! Стоп, а где мы оказались сейчас? Ой-ой, у меня есть такое предчувствие, что мы перешли в другую мультивселенную! Подожди, Борис, а в какую именно? Стоп, здесь есть зомби? Да, мы оказались в мультивселенной монстров! Офигеть, такого я вообще не ожидал, и походу этот чувачок просто всех вынес! Конечно, зомбаков нам здесь еще не хватало! Опа-да, а вот и Джеменчик! Ага, кажется, он пришел максимально не вовремя! Кто? И они сейчас будут о чем-то спорить с клапаном! Так, подожди, а в этой мультивселенной они разве уже объединились? Да, потому что здесь уже были другие мутанты, Кобик, ты что, забыл? Ага, кажется, да, немного забыл. Ха-ха, этого зомбака просто выкинули. Стоп, он что, теперь просто откатил себе руку? Ага, по всей видимости, решил я немножечко вернуть во времени. Только я не понимаю, почему этих монстров зомби здесь так много? Борис, все, они наконец-то исчезли, потому что мы вернулись обратно в наш мультиверс. Так, а что здесь происходит? Здесь происходит настоящая битва, в которой мой мутант сейчас выиграет. А, да? А ты это с чего взял? У меня просто есть такие предчувствия. Смотри, там еще на фоне титаны дерутся. И, конечно же, наш титанчик в этой битве обязательно выиграет. Стоп, а это еще кто такой? Какой-то зеленый камерамен титан. Мне кажется, что я уже тоже совсем забыл, что происходит вообще в этой серии. Кобик, сейчас я тебе все расскажу. Наши мутанты просто вас выигрывают. Не, подожди, сейчас у них начинаются какие-то переговоры, и он просто... Как он вообще это сделал? Ну чё, теперь ты веришь моим словам? Я думаю, что это ненадолго. Чего? Он просто вернул свою душу? Которая помогла его вылечить? Офигеть, о таких технологиях мы еще точно не знали. Мне кажется, что это вообще было какое-то читерство. Не-не-не, Сёма, наоборот, это очень хорошо. Тем более, что у него еще есть другие суперсилы. Которые точно такой мутант не ожидал увидеть. Ого, еще есть мощный дракон! Офигеть, и с помощью этих невидимых штук он может как-то даже взаимодействовать со скибидистами! Угу, я вообще не вырубаю, что это за фигня, но мне это вообще не нравится! Ага, теперь твоим мутантам будет намного хуже! Я думаю, что теперь он даже двигаться не сможет! Ага, и теперь мы сможем ему сказать все, что так давно хотели! Борис, о чем ему сейчас Клокман говорит? Я думаю, он просто объясняет, что под каждым видео нужно обязательно ставить... Но он как-то слишком долго говорит. Наверное, еще напоминаю, что нужно обязательно подписаться на канал. Тебе, кстати, желательно сделать то же самое. Ох, вы зря меня разозлили. Сёма, ну, во-первых, это был не ты, а твой мутант. А во-вторых, мы сейчас его и полностью еще сможем уничтожить. Потому что он прямо сейчас находится под щитом наших клокманов. И чё, ты думаешь, что мы не сможем его разрушить? Да, Сёма, я в этом уверен на все 100%. У вас здесь точно нет никаких шансов. Это ты правильно подметил! Смотри, наш клокман даже подсвечивается! А это значит, что на этой территории он точно намного могущественнее! Угу. Это мы сейчас еще посмотрим! Ты чё, Сёма, нам не веришь? Окей, придется тебе это доказать! Стоп, куда он улетел? Ага, к такому мы точно не были готовы! Как он вообще может летать на этой территории? Очень просто! Ой, кажется, будильник зазвенел! Вам пора спать! Не-не-не, Сёма, мне кажется, что это был немножечко другой знак, только я пока не понял, какой именно. Он просто сообщил Титану, что можно снимать щит. А, да, окей. И он это, конечно же, успешно сделал. А что дальше? Ну все, дальше настала очередь наших скибидистов. Мы вам сейчас такое устроим. Подожди, Сёма, сначала мы должны просто все зайти в портал. Только куда у нас переместит, я пока что не врубаюсь. Скоро мы это, конечно же, узнаем. А пока что можно смотреть за следующей битвой. Ё-моё, это еще что за чубакабра? А это наш новенький паучок. Ну чё, как он тебе? Ну, глаза у него, конечно, паучьи. А почему тело, как у обычного человека? Это просто небольшая смесь. Это что еще за паук-мутант? Да-да, ты правильно понял. Я могу
могу его назвать именно так. Стоп, а че его так быстро вырубили? Но походу все равно, у него есть еще небольшая подмога. А, да, точняк. Я совсем забыл, что сюда придут еще новенькие чувачки. Ну че, как он тебе? Ё-моё. Как этот скибидишник выглядит страшнее предыдущего. Ага. Страшные берут, я не понимаю! Самое главное, что они живут, конечно же, очень недолго. И смотри, мы уже, походу, вырубили очередного чувака. Он же только сейчас сюда пришел. Да блинский блин, как можно этого вашего Клодмана загасить? Он меня уже достал. Сёма, можете делать это сколько хотите, у вас все равно ничего не получится. Это мы еще посмотрим. Так, стоп, походу, начинается новенькая заварушка. Да, Сёма, ты все правильно понял. Мы переместились на новую битву против этих скибидистов. Я, конечно, понимаю, здесь их целая армия, но это им все равно не поможет. Потому что наших агентов намного больше, и они капец какие мощные. Ага, думаю, то, что всех вырубить точно не получится. Конечно, понимаю, у нас 100% будут небольшие жертвы. Но вот этот вот дрельбун сейчас очередного скибидиста уничтожил. Он его просто поставил, и мутант уничтожил своего же союзника. Да уж, походу, твои скибидишники оказались намного глупее, чем я думал. Ага, это же очень хорошо. Значит, сражаться с ними очень легко. Только у них какие-то пули необычные, самонаводящиеся. Стоп, а нашего камераменчика, походу, размотали. И мы просто взяли его в плен. Но теперь-то он точно никуда не денется. Я, конечно, понимаю, ситуация у нас не очень хорошая, но, кажется, камерамен сдаваться не планирует. Ты что, блин, делаешь? Будет знать, как показывать свои пальцы. Все, больше он его не покажет. Ага, наверное, этот жест был немножечко лишним. Значит, вы за это точно отследите! Только у меня есть такое предчувствие, что здесь Клодман восстановить палец уже не сможет. Понятное дело, я бы вообще лучше этого камераменчика полностью добил. У вас, конечно, скоро обязательно будет такая возможность, но все равно надеюсь, что такого не получится. А пока что мы там собрали какую-то новую пушку. Нет, Руди, это вопрос просто нужна была станция для связи. Вы, конечно же, ее сооружили. Ну а теперь готовы отдавать приказы? Теперь все эти чуваки будут уничтожены! И я так понимаю, что даже этот скибидист ученый! Ну если что, в этой мультивселенной уже вышла даже 40-я серия, которую мы сейчас тоже обязательно посмотрим! И начало у нее уже какое-то супер эпичное, смотри! Здесь целая куча ТВ-менчиков! Нет, ТВ-менчик вообще-то один, просто там были его телевизоры! А, да, а я сначала подумал, что это были разные ТВ-мены. Окей, неплохо ошибся! Хорошо, что хотя бы все у меня исправил, но здесь нам выдвигается еще целая армия! Ага, очень сильно в это надеюсь. Пока что вроде бы действительно все получается успешно. И я вообще не врубаюсь. А че они такие мощные? Сама, здесь я с тобой, конечно же, согласен. Они действительно капец какие крутые. Но и с другой стороны, твои скибидисты тоже самые настоящие нубики. Ах, так, да. Окей, тогда сейчас я думаю, что придет сила немножечко помощнее. Какая вообще разница, придет она или нет, если твои скибидисты все равно все будут уничтожены. Это мы еще посмотрим. Ты просто не представляешь, что вас ждет. Так, этого чувака начинаем расстреливать. Нифига себе! Походу, он просто решил сжечь этого скибидиста из своего ядра. И это было очень круто! Конечно, ТВ-мен тоже немножечко пострадал. Немножечко! Да ты просто посмотри, он уже почти что весь сгорел. Не, Сёма, у него там просто немножечко кусок огня. Ага, сейчас мы его просто потушим. Стоп, так у нас что, вообще все титаны, что ли, горят? А, я понял. Наверное, так и было задумано. Ага, но вот, походу, сейчас сюда летит настоящий монстр. Вы помните, кто это? Конечно, помню. Это же Дрельман Титан. Ага, я бы даже сказал Ультра Титан. Потому что в одной из прошлых серий с ним были небольшие проблемки. Ты что, совсем об этом забыл? А, точнее. Его вроде бы просто заразили каким-то вирусом. Я сам точно уже не помню, но вроде бы действительно что-то было такое. И теперь он просто сражается на стороне скибидистов. И это точно самая настоящая его ошибка. Потому что если он за другую сторону, тогда он точно будет уничтожен. Ага, ведь у нас есть суперсила. Ого, это что, ТВ-менчик с лицом из Роблокса? Походу теперь он стал самым крутым. Я, конечно, понимаю, Дрельман Титан сейчас реально очень мощный. Но у нас же есть целых 4 Титана. Я думаю, что они с ним справятся вообще на изи. Ты не
представляешь, на что он способен, потому что сейчас он стал намного сильнее. А, да? Окей. Ну, что-то его силы пока что как-то не очень видно. Ты подожди, он просто еще не готов. А вот наши титаны уже готовы. Они даже ставят лайкосики. Камерамен и спикермен, как обычно. Они действительно всегда это делают. Надеюсь, то, что ты сделаешь то же самое. Лайк, если что, под видео поставь. А мы продолжаем смотреть за этой эпичной битвой. Она действительно сейчас будет очень эпичной. Так, Сёва, подожди, что ты задумал? Ничего, тебе вообще показалось. Просто смотри дальше. У меня есть такое предчувствие, что у него есть какой-то план, и он просто не хочет его говорить. Кубик, это что еще за проценты? 100%! Ага, кажется, сейчас начнется какое-то разрушение. Да, все правильно. Эта база сейчас будет уничтожена, потому что появляется кое-кто прокачанный. Стоп, подожди, мне кажется, или это какая-то новая версия Джимена? Не-не-не, Кубик, тебе показалось. О, а вот и ученый. Стоп, а он что, разве еще жив? Да, потому что вселенной его еще не уничтожили. Надеюсь, то, что очень скоро это, конечно же, произойдет. А наши агенты, кажется, немного в шоке. Они просто поняли, что вам хана. Ё-моё, да что это вообще происходит? Кого они создали? Кубик, я думаю, тебе лучше этого не знать. Вообще лучше глаза закрыть. Ага, размечтался. Чтобы я пропустил такой экшен? Да ни за что. Я тоже не понимаю, что это за чувак. И мне очень интересно уже его увидеть. Борис, подожди еще буквально пару секунд. И вот он появится. Это что еще за монстр? Все ваши титаны по сравнению с ним вообще настоящие лилипуты. Ага, это я уже понял. И почему он такой огромный? Он такой огромный, и он даже нас не атакует. Почему? Это, если что, все говорит твой мэн. Да, Кубик, потому что он направляется к штабу. Ой-ой, подожди, он хочет его разрушить? Да, ты все правильно понял. Ну сейчас вы понимаете, что вам просто хана. Есть у меня такие предчувствия. Мы должны срочно его остановить прямо сейчас. И если у нас этого не получится, у нас будут настоящие проблемы. Обязательно подпишись на канал и не забудь глянуть следующее видео, потому что именно там мы с тобой узнаем, что же этот новый чувак задумал.